Дорогие друзья, здравствуйте! На этом канале мы говорим о звездах каждый день, и, к сожалению, сегодня очень печальные новости заставили нас сделать новый выпуск. Дело в том, что российский мир шоу-бизнеса продолжает сталкиваться с потерями и утратами, в которые поклонники просто отказываются верить. Один за другим артисты уходят. И от этого российское кино становится лишь беднее. К огромному сожалению, новая потеря случилась сегодня. И стало известно о том, что навсегда ушла очень яркая актриса, мастер своего дела, народная артистка Украины, которая 60 лет отдала сцене. Мы прощаемся с Лидией Белозеровой. Весть о ее уходе была рассказана коллегами артистки, которые до конца не верили в произошедшее. За свою творческую карьеру она воплотила более 200 ролей, среди которых и совсем камерные появления на сцене, и большие главные роли. Широкому зрителю хорошо знакома по фильмам и сериалам, среди которых в том числе и российский проект «Возвращение Мухтара», мы приносим свои соболезнования. На этом канале каждый день мы говорим о судьбах популярных людей. Не забывайте о подписке и берегите себя.